В ОГУ имени Тургенева готовится к появлению новой специальности. На кафедре автоматизированных систем управления и кибернетики можно будет научиться разрабатывать и пилотировать летательные аппараты. Для развития дальше именно беспилотной техники, малой гражданской авиации в области не хватает базового образования. То есть у нас нет ни одной специальности на самом деле, ни в одном вузе. Вот это первый вопрос, который мы хотим осветить и как бы поддержку администрации получить. Развитию беспилотной и малой гражданской авиации на Орловщине была посвящена недавняя стратегическая сессия в ОГУ. У нас есть часть проектов, там и кибердром, и молодые профессионалы, у нас компетенция по беспилотной технике мы реализуем. Тоже хотим показать наши результаты, что у нас есть.